Все, иди. Гутен морген. Настя. Настя, кажи, снимай на память. Настя. Все. Передаем привет. Халло. Скажи халло. Не мой морган. Соберемся, включимся. Мама. Настя прячется, хочет курить. Мне привезли таких вот. Четыре пачечки. Потеряли. С капсулой. Прикольные, кстати. Украинские лучше. Что у нас такие? Магниты теперь есть. Украина, такой казачок. И Одесса. Настя на родина. Давай. Так, смотрите, ребята. Вот, что мне родители подарили. Как вам? Цените мою вышиваночку. Гарно, гарно. Я еще надеюсь. Выдашь справжня украиночка. Да. Все тебе вам нравится? Нет. Все. Наши съемки окончены. Включимся дальше. Пойдем, показывай. А так. Съемки. Ну, босоножка. Красиво. А что, это юбка красиво. Такие модные, ну, не по тапочке, под босоножки. Хорош. Юбка красивая. Вот, можно в этот выше сделать. Под джинсы пошел угодно. Маме сейчас покажу. Она сейчас не трогаем. А, ну, и, конечно же, куда без чипсов с крабом. Это вообще самые вкусные в Украине чипсы. Давненько мы их не ели. Да, ну, помнулись. Это дорога. €78, 2 евро. Все, всем еще раз большой привет. Настя, аккуратно. Мы вышли на улицу, родители дома отдыхают. Мы сходили, скупились на завтра, потому что завтра планируем поехать в Дюссельдорф погулять. Там вроде как же аттракционы приезжают, мы вам уже рассказывали. А как вы знаете, по предыдущим нашим видео, аттракционы – это наше все. Ну и родителям, я думаю, будет интересно погулять и посмотреть. В общем, днем поспали, 2 часа, голова просто неимоверно болит. Настя приготовила покушать, накормила родителей, нас филе, пюре со сливками, сыр, грибы. В общем, очень вкусно. Настя молодец. Что ты? Как настроение? Да, блин, я такое… Я дремала, если мне не спала, я дремала, не знаю. То скорая, то полиция ездила, я не могла уснуть, шум, музыка на улице была. Ну, и встала, проснулась, ну, полежала, пошла, приготовила. Настроение отличное, у родителей тоже отличное настроение, они настроены тоже на прогулки, покатаемся, поездим по городам, покажем им все. Долго не виделись, с мамой долго не виделись, да. Поэтому я очень рада, что они приехали. Да, они молодцы, да. Преодолели такой путь долгий, это да, вообще да. Многого стоит. Да. Для их возраста, да. Что им надо приду. Сейчас отдыхать. Да, сегодня будем отдыхать, кофеек пить, чаек будем пить. Да, купили такое, колбасы купили на бутерброды, кофе купили в стиках, сухарики купили, курицу купили, рис купили. Извиняюсь. Кусочек рыбы купили. Что мы еще купили? Ну, креветки там. Ну, такую упаковочку да. Маленькую маме попробовать. Шо придем, еще? Я не знаю, перекусим быстренько и будем уже отдыхать. А, не, мы уже поели. Что еще перекусим? Не, ну, я имею в виду, может, кто-то захочет, я не хочу. А, да, ну, тортик еще папа есть. Может быть. Да, тортик есть. Нормально, сегодня день у нас удался, я в настроении. Хоть я устала, потому что вчера ночью не выспалась. Но сегодня ничего страшного, да. Нормально. Сегодня нормально, зато выспимся. И завтра жара, мы будем настраиваться. Чуть пойдет и поедем в Дюссельдорф. Будете смотреть внимательно, завтра будет влог аттракционов разных. Ну, я вообще не знаю, в этом видео или как. В следующем видео, что мало. А что, этого видео у нас очень мало.
Да. Там только сейчас 4 минуты. Поэтому я не знаю. Мне сегодня предстоит вообще заполнение просто бумаг этих. Очень тяжело. Я еще отправила там девушке, которая понимает немецкий, не буду говорить имя и так далее, она просила не говорить. А также еще мне предложила женщина, которую мы встретили на улице, та, что я вам рассказывала, русская немка, прийти вообще к ней домой завтра. Но у меня не получается, потому как у нас планы, да. Поэтому, к сожалению, пойти и заполнить я не смогу. Также Кевин обещал сегодня тоже помочь заполнить. Он просто работает до 10, он там распечатал этот антрах. Вот. Петя очень сильно, кстати, помог там тоже. Поэтому я еще посмотрю еще раз, что Петя скинул, потому как я вчера ничего не заполняла. Там уже буду от этого отталкиваться, что и как мне заполнить. Но правда, документов очень много. И я думаю, многие уже догадались по поводу чего это. Хотя навряд ли, что я про это не говорила еще. Также сегодня Люда позвонила в эту службу электроэнергии. Мы должны почему-то за 3 месяца по 19 евро, 57 евро. Как-то там так получилась такая сумма. Не могу до сих пор понять, почему. А когда они спросили, ну, у вас же есть реквизиты карты, почему вы с карты не списали? Они говорят, что якобы не было денег на карте. Но вроде как всегда были, мы всегда оставляем, да, мы всегда на какие-то услуги. У меня там интернет списывают. А у нас списывают электроэнергию и газовый котел. И мы вот до сих пор не можем понять вообще, в чем дело. Ну, конечно, придется платить. Тоже нас надо будет послезавтра, там до 19 числа надо пойти заплатить. Надо не забыть об этом. Потому что там написано, если не заплатите, то вам отключат, а потом платить штраф из-за подключения. Короче, очень все сложно. Ладно, много не будем говорить пока что. Сейчас уже идем. А, я вам приду домой, покажу, лекарства нам много привезли. Все. Выбираем цветы. Нам вот эти больше всего понравились. Да, они просто пахнут, да. Ну, прикольненькие. И цена такая. Берем. Да, маму будешь радовать. Да. Красивые, да? Напишите, как вам вообще, да, пахнут. Мне нравится. Вот, хочу вам на улице их показать. Неплохие. С учетом того, что конец дня, да, Настя? Да, да. Пахнут. Сегодня у нас суббота, выходной день. Родители пошли на прогулку по району у нас тут. А мы тут курочку готовим. Сейчас будем кушать, купаться и собираться. Как только выедем, может, тоже включимся. Не тоже, а включимся. Все. А я вам не показала, какие сигареты мне привезли. Немножко не те, которые я просила. Ну, ничего страшного, они не курят, не разбираются. Ротманс, ну, тоже с капсулой, правда, тоненькие. Вот. Они с капсулой. Ее лопаешь, и неплохой вкус получается. Я уже отвыкла от сигарет украинских, но они все равно лучше, чем немецкие. У нас там папа тут повесил. Ну, вот сколько нам привезли лекарств. Целый пакет. У меня сил этого вообще просто от всего. Сильная зубная боль, один пакетик, и зуб не болит до следующего дня. Любая боль вообще. Просто любая. Вообще он, конечно, вредный. Он очень вредный на печень, на почки. Что тут еще? Ну, это такое от простуды. Цитрамон без него тоже никуда. В общем, не знаю, что у нас-то уже какие-то волосы сюда положила, что? Тю-тю? Точно, что? Тю-тю. Короче, много всего. От головы, от простуды, от горла, от ангины, от насморка. Ну, в общем, все, что необходимо. Мы там целый список написали, я представляю. Какие там цены? Ну, там даже есть на некоторых упаковках цены. Очень дорого. Очень. Я уже помыла голову. Настя пошла купаться. Сейчас там курочка запекается. Приходят родители, кушаем. И будем выдвигаться. И, конечно же, в следующих видео вы будете смотреть, как же мы проводили
это замечательное время. Я очень рада за Настю, за то, что к ней приехали родители. Давно не виделись, это очень-очень хорошо и очень радует меня, Настю, ну и, конечно же, ее родителей. В общем, как-то так. А вам хороших выходных, всего самого-самого наилучшего. Не забываем ставить лайк и писать комментарий хороший, подписываться на канал. Всем пока, всех любим, всех целуем.